Всем большой привет. Привет, привет. А у нас наконец-то лето. Да? Сегодня даже 28 градусов. Мы идем на гору. Сейчас будет немного задувать ветер. К нам приехал Костя, племянник, Волин сын. Будет гостить у нас. Мы пошли погулять. Слава не захотел, что-то лег спать, устал сегодня. Не захотел с нами идти. Ну, мы спустились, мы тут рядышком живем. Спустились к реке Ангаре. Коровки. Да. Что-то мы кофточку не взяли. Я переживаю за Алису, она прям раздетая. Так, у нас тут ветра такие приличные. Я улечу, но нет. Да нет. Что ты замерзнешь? Превратишься в ледышку. Вода еще поднимется. Почти до краев. Еще пока. Пошли на разведку. Ну, мы последний раз здесь были, еще лед стоял. Сейчас уже все растаяло. Да. Оу! Хорошо, Ваня еще велосипед с собой взял. Ну, а Дима с нами пошел, наконец-то рылся. Экзамены все сдаты, хорошо. Все ЕГЭ. Ой, немножко задувает. Так, куда пойдем? Так, вот здесь обычно уже вода, да, Дима? По-моему. Ну, просто слишком большая. Раньше вон до точки дойти можно. И здесь вот все затопит потом. Сброс воды сделают. Вода у нас очень холодная. Нынче еще такое, как сказать, и лето началось, а дождливая, холодная, и весна какая-то затяжная была. Вряд ли вода прогреется. Угу. Ну, а так, конечно, очень красиво. Пойдемте туда. Ой, идем, и прям там мокро ногам. Я в тапочках пошла. Как гуляли, так и пошли. По ограде ходили. Да, холодно, но пошли. Я же хотела взять. Сейчас мы пойдем туда, где тепло. Ногам только холодно. Ну иди ко мне сюда. Мам, погреет тебя. Вода начинается. Ну пойдемте тогда туда, вот где потеплее. Как зелено там все, ура, наконец-то лето. Хоть бы его увидеть-то нынче. Я не знаю, машины подъезжают иногда сюда, тут трещина. Они наёрзали тут своими колесами или натопали коровы. Здесь вот в маленьких лужах, так, ну, конечно, кто-то насвинячил. Обычно какие-нибудь ракушечки водятся. Там, сейчас я тебе покажу. Ну-ка. Ой, вода теплая. Что это? Ракушка. Дай мне. Это. Дай. Ракушечка. Держи. Откуда мы их раньше они? наловим в банку, домой притащим. Вот уж мама, они там мама, накручиваются мама, потом. Мама, вылезут, мама, ушки покажут. Что у нее внутри? Ну что там, сама ракушечка, она спряталась, улитка эта. Ты ее на вот сюда на руку посади. Ну посади ее. Она сейчас вытащит усики свои. Хорошо? Да, сейчас она посмотрит, куда же она попала. Оу! Там холодно! Алиса не хочет туда идти. Вот их там много. Сейчас я вам покажу другую камеру. Сейчас вам включила, чтобы вам приблизить. Ну, видите? Дай, я хочу ее. Подожди, не дергай маму. Они любят теплую воду. В теплой воде. Их тут очень много. Вот, конечно, она упала. Не видно, я сейчас тут просто от солнца не могу сориентироваться. Но я их вижу. Тень. Вот они. Мама, что это? Тень. Здесь. Эх, от солнца. Мама, я вижу. Кого? Улитки. Он, видишь, видите? Вон они. Высунули. У нее селедка. Да? Ползает. Красавица. Где? Вон она.
А можно ее потрогать? Рожки высунула. Можно на ручки ее взять? Стой! Мам! Достань стена, какую-нибудь. Стена! Вот. Эта малышка прям совсем маленькая. Крошечка, хаврошечка. Оу! Да, там ракушек, посмотрите, сколько много. А что, можно по ней ходить? Ну, не знаю. Попробуй. Вы их сейчас затопчете? Ну, походи, немножко с краю. А ты что, в носках пошел? Да. Ну, в карманы их запихай. Они промокли. Тем более надо снять. Пойдем, Алиса замерзла. Да нет, здесь погуляем, где потеплее. Такое раздолье ветру. Все, мы идем туда. Сейчас спрячемся за бетонку. Там потеплее немножко. Воу. Могут, наверное, быть. Он там ближе к лесу. В роще-то бывают же у вас? Да. Пришел, когда мы сидели там. Да ты что? А ты себя посмотрел? С одноклассниками недавно сидели. Ну ладно, мы в лес-то не пойдем. Сейчас вот здесь сядем. В камнях нет, им нужна трава. Пойдем. Вот давай за поворот зайдем. Она просто не одела кроссовки, а одела тапочки. Теперь по камням ей тяжело. Да? Тут вода чуть-чуть поднялась. Поднимемся. Сейчас мало. Синяя стеклышко. Я все буду из стеклышка бегаю. Санька, ты искатель с детства. Я сыщик. Вот, вот здесь будет потеплее. Какой камушек плоский. Да, Ваня, я же тебе вот про это и говорила, что ты берешь велосипед, потом придется таскаться с ним. Мы идем. Да. В следующий раз не бери его. Сейчас. Что, прям сильно? Ну, давай убирай, а то сколько еще идти будем. Убирай, где там у тебя? Давай, держи за меня. Вытрясла? В следующий раз на кроссовки одевать. У меня-то закрытые тапочки, видишь, мне так не сыпется, а у тебя открытые. На речку, конечно, это хорошо, вот резиновые такие тапки. Ну, не в нашем случае. Я хочу себе такие. У тебя же есть такие, помнишь, мы в бассейн покупали? Где они? Бассейн. Вот надо посмотреть. Мама, слизку только купила. Саша, ну с города приехал, лег спать, и Миша лег спать. Они сегодня вместе ездили. В общем, записались мы на вождение, ну, на получение прав. Нет, получение прав, это будет 18 лет, так как Миша только 17 скоро будет. Записались. Дача, а можно я скажу? Подожди. В ДСАФ на категорию Б, ну, права, в общем, получить. Записались на 8 число. Сегодня поехали, сегодня 8 число. Оказывается, они говорят, не записывайтесь. Через сайт или как там. Подожди, через почту. Нужно либо звонить, либо приехать. И пришлось нам записаться только на 6 июля, потому что группа уже 30 человек сформирована. И, короче, мы не попали. Ну, теперь послушаем Алису. Мама, я там видела только что зеленое болото. Болото? Ну, ладно. А, далеко не ходите. И, в общем, вот записался он на 6 июля. И окончание учебы 25 сентября, что ли, на механику. Я тоже на механику училась, поэтому у нас папа всех сразу на механику. А, вот. Короче, деньги нужны. Сейчас заплатили предварительно 3000, еще надо 6, по-моему, 9 с чем-то курс там стоит. Плюс 800 рублей вождение, и вместе все на 53000, что ли, вышло. Но это все постепенно. Постепенно там потом вождение, когда будешь, приезжаешь с деньгами. Сейчас главное за вот этот курс теоретически заплатить еще 6. Ну, Мишка работает, молодец, он сам заплатил. Поэтому будет работать и
Надеюсь, оплатит. Если не оплатит, что-то там не хватит, то, конечно, уже мы поможем ему. Дима пока не пошел учиться на права. Сейчас у нас с поступлением пока все дела после 11 класса ЕГЭ сдали. Ждем результаты. И потом уже ясно будет, что там, на что мы сдали. Ой, мусора сколько. Туда не ходите. Дима, не пускай, туда щупаю. Здесь тепло, хорошо. Здесь теплее. Ну что там? Бедный ребенок, а? Вот мама твоя, а? Не взяла тебе ничего, ни кофту не взяла. Саша, вода холодная, бродить. Можешь пощупать, зайти ее? Ну, дай пощупаю. Ну, пощупай. Вот здесь с краешки только. Ладно. Холодная очень. У нас лед-то недавно растаял. Поэтому не стоит рисковать. Смотри, какой блинчик. Вот блинчики лучше покидайте. Ветерочек. Вот такая у нас красота. Река Ангара. Вытекает из Байкала. Очень красивая. Там у нас Байкал. Где-то там. Алиса, можешь по камушкам походить без тапочек? Если, конечно, тут стекла не попадутся, надо смотреть. Я смотрю, там не надо, вдруг еще шлепнешься. Соскользнешь, придется за тобой бежать в холодную воду. Вот кидайте камушки. Ну, давай. Ваня закончил у нас первый класс. Молодец. Ну, трудновато было. Как-то трудновато нам. Не знаю, почему, но трудно. Кое-как освоили чтение и письменность. Все печатными пытался писать. Саша у нас нынче не идет в школу. Там тоже кто-то спрашивал, что про школу. Мама, смотри, что она угу. Мы оставили его еще на год в детском саду. Пойдем на следующий год. Ему немножко надо все-таки еще психологически подрасти. Не все дети одинаковые, поэтому мы тут смотрим, кому стоит, кому нет. Кто-то еще не дозрел, поэтому стоит остаться. Пускай еще год, нечего торопиться. Успеем. Ваня с велосипедом, давайте здесь, а? Где он там будет обходить рельсы? Здесь тепло, тепло, кстати, да, Дима, ветер? Хороший. Че, Алис, тепло тебе здесь-то? Да. Но чтобы с гаража, да, выгнать этот лодку, нужно его вот по этим самодельным рельсам скатить в воду. Хорошо тут. Тепленько. Жалко, остальные ребята не пошли. Надя у нас вообще уехала в Листьянку. Вот. Там где-то сейчас гуляет. Угу. Сегодня такая гроза утром была. Ливень. Ну, думали, сегодня картошку досадим. А у нас постоянно дождь и дождь, дождь и дождь. И все сыро, в огороде тонешь, техника тонет. Ага, забрался. Так что ждем, когда подсохнет. А так грядки уже отсадили. Посадили, кроме картошки. Не можем никак. Тонем в огороде. Только не прыгай, Дима, спусти его за руки. Ну просто за руки его возьми и опусти вниз. Он спрыгнет. Ну иди тогда, я не знаю, где ты теперь будешь. Зачем забрался? Ну иди сюда ко мне. Ветрено, иди сюда. Вниз иди. Здесь тоже ветер, но он теплый. Давай иди ко мне на руки. Аккуратно. Давай ставь куда-нибудь. Мама. Давай. Молодец. Настоящий мужик. Лазить умеешь. Угу, кидай камушки давай. Надо сюда одеяло и пикничок. Да. Мы сегодня хотим пожарить шашлычки. Я вчера разбирала мясо. Ну, мы сейчас заказываем большим объемом, разбираем его. Потом я его сразу помариновала. Перекрутила часть. Короче,
Надеюсь, что он промариновался, и сегодня постараемся пожарить шашлычок. Сейчас погуляю с ребятами, пойдем. Вода холодная, Саша, не надо не ходить. Ага. Она очень холодная.